Здравствуйте, дорогие модники и шопоголики! Сегодня с вами я, Надя Иванова, стилист и аналитик модных трендов, специально для телепрограммы ПРО. И сегодня мы с вами поговорим о романтическом стиле. Мы определим правильный его термин, рассмотрим историю этого направления, когда и в какой период романтический стиль появился в моде, а главное – можно ли придерживаться романтического стиля и при этом не походить на куклу Барби? Да-да, романтический стиль не так-то прост, как может показаться на первый взгляд. Я часто наблюдаю противоречия даже в трактовке самого понятия. Для кого-то романтический стиль – это рюши и валаны, а для кого-то – шпильки и красная помада. Иногда романтический стиль соотносят с понятием романтизм, и это тоже не совсем верно. Романтизм как направление в искусстве и в моде зародилось в XIX веке и имеет отношение к культуре Древнего Рима. Рома – романский, а мы, как знаем, спартанцы рюши не носили. Первой исторической персоной, которая предпочитала изнеженные образы, мы можем смело назвать Марию Антуанетту в эпоху рококо. Именно в этот период 19 века и дамы, и юноши предпочитали кружево, рюши и шифоны бархату и золоченым тканям. Если же сегодня мы говорим о романтическом стиле, в нашей памяти всплывают образы Бритни Спирс и Пэрис Хилтон начала 2000-х. Давайте признаемся, не лучшие образцы для подражания. И все-таки, можно ли использовать романтический стиль в одежде и при этом не выглядеть слишком рафинированно? Я вам скажу, что да, при соблюдении определенных условий. Итак, для того, чтобы не выглядеть слишком инфантильно, используйте романтические нотки в своем образе дозированно. Например, вам захотелось чего-то нежного и розового. Отлично, выбирайте розовую одежду, но строгого силуэта. Например, розовый брючный костюм. Чем не вариант? Вам захотелось рюши и валаны? Прекрасно. Но тогда отдайте предпочтение более грубым тканям. Например, льну или дениму. В вашем шкафу обнаружилось романтическое платье с цветочным принтом? Неплохо, но сочетайте его с минималистичным макияжем и сдержанной укладкой. И давайте будем честными. Чем выше социальный статус и солиднее цифра в паспорте, тем ниже градус романтичности должен быть в вашем образе. Но с другой стороны, девушки всегда остаются девушками. Поэтому смело экспериментируйте в моде и оставайтесь всегда красивыми с телепрограммой ПРО.